Работы много, к утру успеете? Успеем, Александр Васильевич, успеем. Еще раз повторяю, зазор залегания мин до поверхности 7 метров, не меньше. Напомните минерам. Есть. Господин капитан первого ранга, разрешите доложить? Докладывайте. Перехвачена радиограмма противника. Два немецких крейсера вышли в море. Давайте не будем паниковать раньше времени. Мы на территории противника, у нас 100 мин на борту, мы как пороховая бочка. Что будем делать? Продолжаем постановку мин. Перейдите на ходовой мостик. Господа офицеры. Есть. Напоминаю, упреждение мин не менее 7 метров. 82 фута под мин. На 5 метрах мин зависает, глубины не хватает. Подумаешь, 2 метра. Еще надежнее, немец быстрее на дно идет. Командир же приказал на 7 ставить. 85 футов под мин. Тогда налей воду и трос сматывай, раз ты такой правильный. Вахта, смирно! Вольно. Вольно! Ну что? Ваше благородие, туман. Сигнал с пограничника охотника давно не видно. На всякий случай покажите еще раз наше опознавательное. Есть. Я у командира дивизиона. 92, фута под миром. Разрешите? Да, что? Все спокойно, Александр Васильевич. Чаю не желаете? Не откажусь. Это Казанская Божья Матерь, если не ошибаюсь. Софья Федоровна подарила еще до свадьбы. Понимаю. А мне вот Анна Васильевна тоже подарила на память. Взгляните. Красивая. Да. Красивая. Да. Разрешите? Слушаю. Сан Васильевич, господа, прошу срочно пройти на мостик. Немец, господа. Немец. У него шкалибр 210 против наших 45. Это Фридрих Карл. Вот тебе и пограничник с охотником. Слава богу, молчат. Проморгали. Экипаж к бою! Есть! Огонь на палубе! Экипаж к бою! Есть! По расписанию! Экипаж к бою! Экипаж к бою! Внимание на правду! Полный вперед! Есть! Полный вперед! Телеграф на полный!
выступайте. Есть. Гуров. Гуров жив? К заряду. К заряду! Им теперь не до нас. Александр Васильевич, у немца повреждена ходовая рубка. Заменить первое, второе орудийные расчеты. Есть. Вахтенный. Третий орудийный расчет, который главного калибра. Да пошевели! Есть ко второму орудию. Проверьте, в отсеке. Ничего, ваше благородие. Хорошо, что мины сбросили, а не то. Что? Виноват. Хорошо, что мины сбросили, а не то бы нам конец. Ваше высокородие, трубопровод починили. Ходовую рубку за час не починишь. Сейчас резервную пустят. Александр Васильевич, надо уходить, пока есть время. Мины, мины. Полный вперед. Телеграф на полный. Курс на Пилау. Здесь же наша минная банка. Сергей Николаевич, собери офицерский состав на полубаке правого борта. Есть. Смирно! Господа офицеры, позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немца на мины. Держим курс на Пилау, на нашу минную банку. Вопросы? Есть вопрос. Слушаю. Глубина постановки мин. Упреждение 7 метров. Проходим. У нас зазор 3 метра. Нет зазора в 3 метра. Не понял вас, мичман. Упреждение мин. Не 7, а 5 метров. Виноват, просчитался. Готов понести наказание. В метре от мин не пройдем. Идем на мины. С Богом. На молитву! Головные уборы долой! Господи, Боже сил! Боже спасения нашего! Призри в милости и щедротах на смиренные рабы свои, и человеколюбно услыши и помилуй нас. Все во врази наши, воеже погубите нас. Помози нам, Боже, Спасителю наш, и избави нас славы ради имени Твоего. Да никогда рекут врази наши, Бог оставил вести. Но да увидят все языцы, яко Ты Бог наш, и мы люди Твои. Под державой Твоей всегда храними, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Накройся! Стоп! Приготовить к реверсу. Мина по левому борту! Мина! Спокойно, господа. Сейчас мы ее волной отбросим. Господи помилуй. Немец вышел на прямую наводку. Ну что ж, все в сборе. Мичман, по прибытии в базу, предстаньте перед судом. Слушаюсь.